Министерство иностранных дел приглашает представителей казахстанских и зарубежных СМИ принять участие в творческом конкурсе. Им предлагается подготовить объективные материалы о нашей стране. В выборе жанра дипломаты не ограничивают. Узнать об условиях можно на сайте МИДа. Еще одним событием станет 23-й международный медиасеминар. Он пройдет 26 и 27 мая и будет посвящен вопросам мира на Ближнем Востоке. Мы ожидаем, что в работе данного медиасеминара будет более 120 участников, представителей международных организаций и политико-экспертных сообществ стран Ближнего Востока, Европы, Соединенных Штатов Америки.